если вы собираетесь в гости и хотели бы привезти какой-то сувенир с Урала, то, наверное, самый популярный из всех ассоциаций – это камни и это малахит. Малахит – уникальный, красивый, потрясающий, с необычным ярким рисунком, полудрагоценный камень, достаточно доступный по цене и такой привлекательный. Сегодня открою вам небольшой секрет. С 70-х годов малахит в промышленных масштабах на Урале не добывается. В настоящее время месторождений по миру очень много, но самое крупное и самое используемое, популярное – это Африка, это Заир. Видов изделий из малахита огромное количество. Красивейшие серьги, красивые колье. Каждая бусина и каждый камушек будет отличаться друг от друга. Такая ассоциация к малахиту является ящерица, потому что хозяйка Медной горы в таком образе представлялась людям, и никогда человек не мог ее увидеть в образе женщины.